Алло, 18-й пост? Есть 18-й пост. Двух студентов Гамильтона Грим и Джима Рипль направьте к конвейеру Б. Секретно, хронометраж. Конвейер Б? Двух студентов Гамильтона Грим и Джима Рипль на хронометраж к чертовым колесам. Секретно. Есть двух студентов. Внимание, Джим! Приготовились! Секунда! Секунда! Сорок! Сорок! Вы поняли? Секретный эксперимент! Через минуту конвейер двинется на 0,3 быстрее! Это преступление! Пока это только опыт и экономия $40 в минуту. Чего не трудно? Встречи. Предполагалось, что у пролетариев нервы значительно крепче. Thank you.
смотри, кто это такой? Какой-нибудь сумасшедший или писатель. Узнаешь старого Биля? Что ты здесь делаешь? Ищу ночлега вместе с подельщиками. А твое изобретение? Оно не имеет военного значения. А других изобретений они не покупают. А ты все участен? Да. И ты увидишь, что я... увижу, что ты будешь голодать так же, как я, если останешься жить в этой проклятой стране. Большие огни. Я его уничтожил. Кого, Джим? Рабочий вопрос. Видишь ли, Клэр, нужно добиться того,
чтобы их вовсе не было на производстве. Кого, Джим? Капиталистов или рабочих? И тех, и других. Ты устал, Джим. У тебя очень душно. Я открою окно. Смотри, Гля, вот возвращается третий снег. Слушай, Гля, я тебе сейчас все расскажу, ты, вероятно, поймешь. Я буду инженером Клерви только благодаря тебе и Джеку. Но разве это выход? Он для немногих. Да и нас, инженеров, капиталисты стремятся сделать своими помощниками. Нужны решительные меры. Нужно взорвать самый фундамент рабочего вопроса, а вместе с тем и капитализм. Ну и ты же мне делаешь адской машины. Ну, конечно, нет. Видишь, Клер, уничтожить капитализм можно. В отсталой, полудикой стране там нужна революция. А в стране, где техника достигла наивысшего развития, там он погибнет сам, безо всякой революции. И вот мне кажется, Клер, что я смогу сделать такую техническую революцию, которая изменит лицо всего мира. Билли инженер. Я встретил его сегодня ночью у ночлежного дома. Клэр, ты прочти, пожалуйста. Прощай, Джим. Я уехал в единственную страну, где теперь нужны новые инженеры. Странно, вчера он мне ничего об этом не сказал. Там знают, что делать с углем, и там, наверное, пригодится и мое изобретение. Ну что ж, может быть. Может быть, большевизм и хорош для дикой России, но при нашей культуре он не годится. Вот в этом я не уверен. У нас борьбу решим мы, ученые и инженеры. В связи с закрытием завода «Вулкан» часть рабочих переводится на завод «Большие огни». Рабочие обоих заводов переводятся на половину рабочей недели. Одновременно, вследствие затруднений промышленности, объявляется снижение расценок на 20%. Долой! Долой! До Востока! Рабочие! Тяжелое положение национальной промышленности заставляет нести жертвы всю нацию. Слыхали? Тихо, ты! Предприниматели, закрывая заводы, не выбрасывают рабочих на улицу. Они дают им возможность работать 3 дня в неделю. За счет других, которые раньше работали 6... А снижение расценок? Мы знаем, они хотят быстрее пустить конвейер. Твой Джим вместе с ними подстроил этот сюрприз. Что? Слушаешь? Джим Рипль студент. Он лезет уже в инженеры. Он мой брат. Он не изменит рабочим. Мы видели твоего Джима с каким-то фашистом. Они вместе ускоряли конвейер, когда была катастрофа. Том, скажи им, что это неправда. Не знаю. Не знаю.
Пожалуйста, подождите. Знаешь, Мэри, я так волнуюсь, как будто не Джим, а я получаю диплом. Говорит, Джим приедет. Что-нибудь случилось, Джек? Говори. Нет, Мэри. Да, впрочем, дело в том, что меня и Чарли перевели на половину недели. Господи, а я думала, что-нибудь случилось с Джимом. Нет, Джим не подведет. Правда, сегодня один шалопай сказал, что это враки и чепуха. Сегодня великий день. До поезда осталось 20 минут. Да что вы все притихли? Ну, давайте встретим Джим. В самом деле, давайте вот так. Разрываясь в упрямом, мы спешим со всех сторон, видя славу пред собой, беспримерный смертный бой. Наше сердце слышит звон, воздух небом заряжен, воздух небом заряжен. Ну вот, спасибо, Джим. Нет, погоди. Вот так, вот. Тихо. Ты жил и вырос среди нас. Пусть будешь ты для нас примером. Гордится весь рабочий класс своим рабочим инженером. Ты наш! И завтра, как вчера, да здравствует Джим Рид! Ура! Ура! Здравствуй! Ну, а теперь... Здравствуй! Хочет говорить. Товарищи, благодаря вам я стал инженером. И вот как инженер и рабочий, я постараюсь оправдать ваши надежды. В этом мне поможет один наш будущий приятель. Знакомьтесь. Микро. Машина, которая умеет почти все. Занятная штучка. В цирке можно здорово заработать. Надеемся, наш инженер не остановится на производстве кукол. Вот как? Смотрите.
Джим, для кого это? Для вас. Капитализм делает из машины орудие порабощения рабочих. Машина упорно наступает на человека. Я делаю такой прыжок в развитии техники, который все изменяет. Я создал автомат, который может все. Он сделает излишними почти всех рабочих на производстве. То же произойдет. Мировые рынки наполнятся сверх меры. Цены катастрофически упадут, и безо всяких баррикадных боев и революций капитал перестанет существовать. Сегодня ни один человек сказал, что ты предатель. Я назвал его лжецом. Но кажется, я ошибся. Мы тебя учили. А ты выдумал способ, как всех нас выбросить на улицу. Эти машины для вас. Для нас? А власть разве не у них? Ты что, ты забыл про тюрьмы, про полицию, про безработицу? Вы будете производить эти машины? Нет, руки твоих машин будут руками капитала, который задушит вас раньше, чем сам капитал сдохнет по твоему рецепту. Дурак! Два враждебных мира ты хочешь помирить! Не трогай машину, Джек! Ах ты, врач! Джек! Передовой рабочий Джек Риппель. Разрушитель машин. Ну тише, Маклер. Ну чё ты? Прощай, брат. Джим! Джим! Это вы, Джим? А я ищу вас весь вечер. Вам телеграмма. Когда проходит экспресс? Через 12 минут. Передайте сестре. Thank you.
Добрый вечер. От брата. Поселок, большие огни. Инженеру Риппель, телеграмма. Предварительный чек на 100 тысяч долларов. Полные гарантии тайны и свободной работы. Предоставляем лаборатории и мастерские. Мировые патенты. Поздравляем. Ждем. Подписано Гамильтон Грин по поручению отца Перси Грина. Вот пишет Джим. Я все-таки прав. Вы скоро увидите это. До свидания. Твой Джим. Запомните. Джим Риппель не существует больше в нашей семье. Слово имеет мой сын, инженер-лейтенант Гамильтон Грим. Лорды и джентльмены. Мистер Роттердем. Мой ми Роттердем. Лорды и джентльмены. Робот обозначает машину, выполняющую функции разумного существа. В самом звучании этого слова робот, роботарь, рабочий, вы мгновенно воспринимаете и смысл, и цель. Мы действительно вынуждены искать нового рабочего, дешевого, неустанного, неуязвимого и не грозящего нам мировыми революциями. Еще вчера несовершенная техническая мысль тешила нас пустяками. Были автоматы, были продавцы сигар, какие-то швейцары, фотографы, полисмены. Сегодня дело серьезнее. Самолет управляется без пилота, танк без шофера и прислуги, корабль без экипажа. Но завтра это робот, универсальный регулятор, аппарат, имеющий форму человеческого тела, то есть того тела, которое он призван заменить. Робот инженера Рипля — это прыжок в завтрашний день. Это гениальное разрешение так называемой проблемы пролетариата. Обратимся к простейшей схеме устройства робота. Приемник ловит приказания или звук, или радиоволну и передает сигналы распределителю, ведающему сложными волевыми центрами машины. Необходимая электроэнергия поступает из компактного запаса С, являющегося секретом и патентом инженера. Какова емкость этого запаса? 10 тысяч ампер-часов. Что? Инженер Риппель.
А нельзя ли куда-нибудь поехать? Ну, не будем терять времени. Кости себя. Это удивляюсь, как мастер Грим может его принимать у себя. Мюзик Холл. Прошу внимания. Универсальный рабочий Рипля. Рур! Точность, сила и быстрота реакции. Сегодня звук и радиоволна. Завтра речь и моя мысль, так как процесс мышления тоже материален. Инженер, это принадлежит вам по праву. Самый великий человек революции. Сейчас, во время кризиса, это безумие. Я никогда не слышал о кризисе в военной промышленности. Простите, я... не военный, но мне кажется, что танки и броненосцы куда страшнее, чем эти игрушки. О да, я очень уважаю дредноут. Но я предпочел бы, чтобы экипаж на нем был вот с такими железными нервами.
Ты не боишься испортить? Ну нет, испортить трудно. Дядя Джек бабахнул на совесть. Слушай, Мэг, взгляни, пожалуйста, схему А. Может быть, там что-нибудь разберем. Чиним, дядя Джек, чиним. Хоть бы один чертеж уцелел, а то одни черновые заметки. Попробуй, пойми. Мне кажется, что есть один человек, который мог бы вам помочь. Это рабочий радиотехник. Его зовут Рой. С точки зрения государства, все эти награды для вас недостаточны. Но будущее даст вам совершенно другое. И вы еще увидите, какими фанфарами встретит вас нация. Нация. Надвигается. При этих условиях массовое производство руров совершенно необходимо. Вы же знаете, что на опытном заводе вместо рабочих работают только офицеры нашей армии.
Значит, без рабочих не обойтись. И выхода нет. Выход есть. Мы поставим цветных. С ними спокойнее, и они не будут интересоваться секретом. Вы, как всегда, на высоте положения. Мы не только чинили, а мы понемногу овладевали этой машиной. Одна разбитая башка заставила работать 4 здоровых. Не хвастать, не хвастать, рано. Господин инженер опять обставил нас на сточков. Вот, полюбуйтесь. Последние новости. Черт! Вот это слон! Эх, ребята, ребята! Сдаетесь? Сдаетесь, черти? Замолчали? Скисли? Эх, вы, горе-инженеры, понять в микро мало, надо владеть рурами. Простите, получены правительственные телеграммы. Они просят ускорить массовые опыты замены живой силы. Словом, стальной концерн предоставляет вам любой завод по вашему выбору. Мне безразлично где. Может быть, Большие огни? Эта группа совсем близко. Большие огни? Хорошо. Большие огни. Тем лучше. Я немедленно передам ваше желание правительству. Ну что ж, братец Джек, поговорим еще раз. Товарищ! Из вас хотят сделать предателей. Они думают, что вы не поддержите белых рабочих. Это военный секретный завод. Они делают механических солдат против рабочих. Рабочие должны овладеть управлением. Этого человека мы посылаем на завод. Он похож на Рами и пройдет по его пропуску вечернюю смену. Сегодня рано. Но когда забастуют военные заводы, вы забастуете тоже. Thank you.
прибыл с неизвестной женщиной. Да. Посмотрим мои машины. Управление радиоволнами. РУР автоматически сохраняет равновесие и реагирует на препятствия. Кроме того, я могу видеть через телевизор его глазами. Ну, спокойно, спокойно. Я пошутил. Наши говорят, что ты изменник. Я бы хотела не верить этому. Слышите? Вы! Поговорим еще. Братец Джек.
Мы посмотрим, кто кого. Когда каждый вбил. Только ведь никто не хочет понять. Изменник. А? Изменник? Изменник? А? Изменник? Скорее. К приходу Роя все должно быть готово. Сегодня он сделает попытку узнать на заводе секрет центрального конденсатора. А не удастся, все равно мы почти у цели. Мы сами найдем, в чем тут загадка. Я не изменник! Никто из нас в этом не сомневается. Из вас? Достал? Достал. Следи за приемником. Приказ Центрального комитета будет отдан по радио. Мы должны передать сигнал гудками заводов. Около половины заводов бастуют. Массы с нами. И по призыву ЦК все остальные должны примкнуть к забастовке. Отправьте мотоциклиста для связи с городским комитетом. Thank you.
завод пошел. Почему пошел завод? Это же невозможно. Брей-брекеры! Брей-брекеры! Все грозно войсками! Только что прошел броневик. Это же невозможно. Да, бежали! Да, докажите! Не верю! Мы пропустим пять делегатов! Работают машины инженера Рипля. Я хочу говорить с рабочими. Приказывайте. Сегодня мы все ваши руры. Пусть поговорит. Безопасно. Пит, потрудитесь перенести колонку управления сюда. Олей! Оп! Роган! Простите, если
Это мы можем Друзья мои, с вами говорит инженер Рипль. Ваш Джим. Вы считаете Джима изменником? Это неверно. Не волнуйтесь. Выслушайте меня. Вот, я протягиваю вам руку, чтобы вместе идти по новым путям. Чтобы вместе строить новый мир. Ну, подойдите же. Нашел дураков? Чарли, ведь этот Джим. Поговори с ним. Тише! Здорово, заклепанный нос. Откуда вас дьявол принес? Однажды слон вздумал приласкать комара. Срочная радиограмма. Шифр. Объявлена всеобщая забастовка. В некоторых кварталах были попытки соорудить баррикады. Ваше присутствие необходимо. Перси Грим. Вам известен способ управления? Да, генерал. Только мне. И только отчасти. В таком случае, действуйте. Желаю успеха. Рана не опасна. Не в этом дело. Но самый факт не может остаться без возмездия. Надо раздавить этих негодяев. Мы раздавим. Эксперимент продолжается. Прошу пожаловать за мной. Thank you.
5 убитых, 12 раненых, не считая Чарли. Пошлите еще 2 пикета. Успокойте женщин, дайте сигнал на соседние заводы. Рука повреждена. Большая потеря крови. Обморок. Не опасно? В общем, ничего опасного. Захватить управление можно только точной работой. Мы определим его основную волну. Парализуем ее. И тогда увидим, кто кого. Смит, заземление в порядке? В порядке. Подними напряжение в цепи. Они идут, они совсем близко. Машины идут на поселок. Тревогу, раздать оружие, увести людей. Джек, узнай, что мы парадный. Устрой сообщить в город, в комитету. Смит, проверь заземление. Дайте контакт. Не торопитесь. Спокойно. Машины идут на потелок. Дай знать комитету. Бегите прямо, бегите прямо. Не бейте прямо на землю. Берегите патроны. Стрелять без команды. Очень чистая работа. Сейчас унесем Чарли. Не уйду. Я останусь здесь до конца.
прощаются. Поздравляю вас, господа. Они наступают, генерал. Это идут рабочие. Где мой автомобиль? Батарея по рурам